Частные перевозчики Уфы в декабре заменили 69 старых пазиков на другие виды пассажирского транспорта. Об этом на заседании правительства сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булушев. Напомню, власти города потребовали убрать автобусы марки ПАЗ с дорог столицы до конца года. Таким образом, на сегодняшний день их осталось 57. Из них 10 принадлежат индивидуальному предпринимателю Искалину, 33 Батырову и еще 14 компании Панавто. Они перевозят пассажиров по 10 маршрутам. Указанный срок крайней замены мы уложимся. У нас закончилась процедура постановки на учет 20 автобусов большого класса новых сегодня. Завтра они готовы будут на маршруты выйти по временным транспортным картам. Сегодня мы будем решать, какие маршруты проблемные, какие мы ими замещаем в первую очередь. Напомню, в начале октября по маршрутам Уфы курсировали 235 автобусов марки ПАЗ. Отмечу, что в прошлую пятницу из Москвы в Уфу прибыли 5 поддержанных автобусов марки ЛиАЗ. Специалисты оценивают их состояние как удовлетворительное. Пока они находятся в троллейбусном депо, а когда выйдут на линию, неизвестно. В следующем году ожидается передача еще 45 единиц такого транспорта.